Так, сегодня у нас 22 декабря, раннее утро, 9, около 9, где-то 9:30 утра. Сейчас мы проверим, что изменилось у меня за 2 дня. Ну вот. 1 килограмм 651 килограмм 650. Попробовал тренировки через день. Сегодня тренировка третья через день, то есть понедельник, среда. И сегодня пятница, и результат, в принципе, налицо. Единственное, что вчера мало шагов делал. Надо минимум делать хотя бы шагов 10 тысяч и более. У меня одно время была планка вообще 15-16 тысяч каждый день. И тоже был очень хороший результат. На одних шагах можно было тоже сбрасывать вес постепенно, не спеша, но уходит. А так вот, делайте регулярные тренировки, ходите в зал, либо тренируйтесь дома. От этого, поверьте мне, сильно ничего не поменяется. Конечно, в зале, когда ты смотришь на других, и хочешь тренироваться самому еще сильнее. А наймете тренера, индивидуально он вам подберет определенный комплекс тренировок, и можете это дело прорабатывать. Так что, всем физкульт привет! Хорошей пятницы и хороших выходных. Ну и с наступающим Новым годом. Тренируйтесь дома, тренируйтесь на работе. Я даже это дело делал, да. В прошлом году, да. Я даже на работе каждый день седал, каждый день отжимался, прескачал дома, потому что на работе сильно пресс не покачаешь. Так что вот так. Хотите все-таки похудеть, набраться сил, занимайтесь спортом, танцуйте, пойте песни. Поддерживайте тело, дух, и занимайтесь энергетикой. Это штука полезная и тоже важная. А дыхательным практиками занимайтесь. Я почти 3-4 года, получается 3 года точно, занимаюсь дыхательной системой. Практика называется Анулома-Вилом. Если кто-то слышал, поймет. Ладно, всем всего хорошего. Подписывайтесь на мой канал. Будьте в курсе всего полезного и интересного. Ну и будем следить за моим сжиганием веса. До Нового года осталось почти неделя. Ну, чуть меньше, чуть больше недели. Я постараюсь к этому все-таки довести свой вес до 80, возможно, даже ниже. Всем пока!